вместе с Московской областью к росту, развитию и переменам. В Сергиевом Посаде состоялась встреча бизнес-сообщества с региональным министерством инвестиций и инноваций. На нее были приглашены представители промышленных предприятий и предприниматели Пушкинского, Ивантеевского, Дмитровского и Сергиево-Посадского районов. Мы обсудили нашу деятельность на территории района, и Министерство инвестиций и инноваций тоже довело те меры поддержки, которые сегодня оказывает правительство Московской области на территории всей области, да, ну и в том числе в нашем районе, что у нас строится муниципальный индустриальный парк, наверное, один из немногих в Московской области, они в основном все частные, а тут муниципальные. Плюс те меры поддержки тут не только для малого и среднего предпринимательства, но и для крупного бизнеса. Информация о том, где и как предпринимателям получить финансовую поддержку правительства, будет размещена на сайте Сергиево-Посадской районной администрации. Ирина Максимова, Евгений Шевченко, программа «События».